Друзья, это невероятно, но уже более 10 тысяч людей проголосовало за наших номинантов конкурса «Мы в интернете 2014». А мы в своих дневниках продолжаем знакомить вас с участниками нашего конкурса. Сегодня у нас в гостях необычная группа с необычным музыкальным составом. Она называется «Трио Амстер». У моей вчерашней песни даже не было слов. У моей вчерашней песни даже не было названия. Напевала временами из сюжета странных снов. А сегодня зазвучит все, что копилось в подсознании. Появились мы 2 года назад, перед началом телепроекта «Новое движение». Буквально только услышали рекламу о кастинге и сразу собрали небольшой состав, который, ну, как сказать, нас часто называют так, минимал. Вот, нас трое, и был всего лишь один инструмент, остальное все голоса. Вот и пришли мы на кастинг. Пришли, сказали, у нас всего одна песня, цените нас как хотите. И они оценили. Город спит на фоне нашего молчания. Шепот звезд, а между ними расстояние. Город спит, во сне сбываются желания. Сбываются желания. А у нас необычный состав. У нас вокал, битбокс и бас-гитара. А чуть позже, во втором сезоне «Нового движения», мы стали уже добавлять еще немного других инструментов. У нас добавился синтезатор, саксофон. То он присоединился к нам только во втором сезоне «Нового движения», так получилось. Вот. А уже когда выходили в финал и на гала-концерте, у нас уже появился Паша. У нас очень теплые отношения внутри коллектива. Признаться честно, мы с басистом сотрудничаем чуть более 10 лет. Это очень долгая история. То есть мы начинали вместе в вокально-инструментальном ансамбле, а затем уже стали, когда сами руководителями, то бывало так, что соединяли в проекты наших учеников для участия в городских конкурсах. Даже занимали призовые места. Как часто встречаетесь, как часто репетируете, чем занимаетесь в свободное от музыки время? Свободное от музыки время. Есть ли вообще такое время у вас? Ну, если оно есть, да, то мы, у нас вот басист посвящает время, конечно же, семье, потому что музыка – это работа и хобби, 2 в 1, вот, а мы, наверное, больше как-то здоровью и спорту, да, вот, только вот Паша с этим связан более профессионально, а я так любительски. Увлекаюсь немножко баскетболом, так, хожу в тренажерный зал немного, я помимо этого еще занимаюсь там чешским языком, вот, а сам учить еще при этом в колледже на программисте. Такое название вашей группы? Все началось с моей любви к великому городу Амстердам. Побывав в нем на гастролях с муниципальным хором в 2006 году, просто влюбилась в этот город. Но узнав, что такая группа уже с таким названием есть, пришлось такую короткую версию выбрать. Каким образом интернет, площадка интернет помогает в продвижении ваших творчества? Ну, наверное, на одной из главных ролей продвижения. Потому что, ну, в сетях, в соцсетях люди добавляются, пишут, вот, спрашивают про наш трио, в группы добавляются, вот, смотрят наши видеоролики, лайкают. Еще хотелось бы сказать о нашей группе самой, вот, которая ВКонтакте. Она подобная нам, она в таком стиле минимал. Соответственно, зайдя на нашу группу, вы не обнаружите там какие-то сотни записей, их может быть всего около 100. Но это самое главное. Совсем недавно мы участвовали в торжественном праздничном концерте, посвященном 95-летию системе дополнительного образования в Оренбургской области, потому что 2 из нашей группы являются педагогами доп. Образования. После концерта нас даже как-то вот поблагодарили, подарили подарки. Мы такие все в цветах, в подарках. Какая-то добрая традиция, уходя там от друзей, выходя из кафе или откуда-то, не знаю, там, с учебы, с работы, откуда-то. Все время я говорю до свидания и голосуйте за Амстер. Голосуйте за трио Амстер. Звучат аккорды, но я снова одна. Город спит, огни мелькают ярко. Город спит, и всю ночь сегодня жар.
только наши сны утром снова испарятся. Где же то, чему мы будем удивляться?